Всем привет! Здрасте! Как и обещал, эфирчик, вот он есть. Здрасте, здрасте, всем приветики, да. В Москве 20 градусов. Будет дождь, сейчас ливанет. Да. Здрасте, здрасте. Да. Здравствуй, Алиночка, здравствуй. Осторожно за рулем. Уж поверьте мне. Уж поверьте, я в этом больше даже заинтересован, чем вы. Да. Такой худенький. Да, но у меня когда съемки начинаются, я вообще всегда худею, потому что, профессия это выматывает. Вы думаете, что мы так рано умираем там или болеем, да? Есть там среди нас, конечно, долгожители, вот, но в целом профессия выматывает. А снимались в Питере, в смысле в Минске снимались, жара была невероятная. Практически все 5 дней, 4 я на улице снимался, 4 дня, 36, 12 часов под солнцем. Жрать не хочется, простите за подробности, пьешь только воду. С тебя это все выходит с потом, вот. В общем, короче, да. В общем, я похудел немножко, да, вот. Кто-то сказал, что я похож стал на Сергея Полунина, который балерун, который, такой-то, да, вот. Художественный руководитель театра оперы и балета Севастополя, по-моему, если я не ошибаюсь. Да. Спасибо большое. Спасибо. Да. Я приехал, и у меня прям не получается отдохнуть, потому что я приехал, мне нужно было срочно решить пару вопросов. У нас ввели, на съемочную площадку теперь без ПЦР, все, что снимается в Москве, теперь актеры только с ПЦР-кодом. Вот. С ПЦР-кодом теперь только актеры. Прикиньте. Вот так вот, Пападос, все теперь будем сниматься с QR-кодами, короче. Поэтому я сегодня поехал, слушайте, невозможно попасть, я вам клянусь, невозможно попасть. Я в двух местах, в двух местах очереди сумасшедшие, вот. Народ прет на, это не прививка, как бы, но это, я так понимаю, что-то, короче, с работой связано. Я, в общем-то, еле-еле, я влез, что называется, сделали мне, потому что 2 числа на съемку, а не пустят, и съемка сорвется, это весь мой съемочный день практически, это сериал «Беспринципные», и у них объект, куда, Украина-Швеция, да, украинцы молодцы, хорошо, слушайте, в 1/4 пробились, слушайте, украинцы всегда хорошо в футбол играли, вот, молодцы, у нас футбол играют так, как на Украине сборная по хоккею играет, вот примерно понимать, да, если вы хотите примерно понять, что такое сборная Украины по хоккею, а она есть, вы будете удивлены, вы слышали про какие-нибудь спортивные достижения сборной Украины по хоккею, так вот, чтобы вы понимали, сборная Украины по хоккею, она играет примерно как наша сборная России по футболу. Я так думаю, что в принципе эти две команды надо выпускать друг против друга, вот. И пускай они себе играют. Да. Молодцы, молодцы. Правда, отметелили там нашего болельщика, пришел парень русский болеть за украинскую команду, вот. Его там отметелили, стоит отдать должное, что ребята, украинцы, болельщики, многие вступились, вот. Но это, как я говорю, понимаете, там есть здоровые украинцы, а есть тупорылые быдло рагули, понимаете, которые кидаются вот на людей, как собаки, вот. Поэтому здоровые, нормальные украинцы парня русского отбили, но он все равно, конечно, выхватил там щей, вот. Но вот, чтобы вы понимали разницу, да, то есть, как говорится, между украинцами. Есть нормальное здоровое, есть просто рагуль тупорылый. Вот. И вот последних, если Украина не придушит сама,
то придется душить нам. Вот. Дочка, похоже, говорит, что... Ну, слушайте, ну, это же ваша дочка. Вот. Ей лучше, наверное, знать, на кого она похожа, правда? Не рассмотрел, что-то какая-то... Я со многими актерами знаком, но я могу, например, не знать, ну, в смысле, конкретно, как его фамилия. Я могу знать по имени, я могу с этим человеком работать. Я в Москве. В каком городе вы сейчас находитесь? В Москве нахожусь, класс. Да, так что вот так. Поэтому я могу, я многих актеров, ну, в смысле, я встречаюсь со многими коллегами на площадке на съемочной, но я могу не знать фамилии. Да. Так что... Да. Ну, с Олей вчера был эфир, я надеюсь, вы все посмотрели. Так сказать, моя совесть чиста, я, как говорится... Я выполнил спустя там сколько, год почти, да? Я выполнил свое обещание. Чуваши, что я похож на вашего мужа. Хорошо, я понял, вы уже третий раз об этом упоминаете. С мужем-то что? То, что я на него похож, это ладно. Я надеюсь, он жив, здоров, все хорошо? Слушайте, ну, у нас в Москве 21, и сейчас будет ливень, наверное. Ливанет. Потому что прямо вот затягивает. Меня ноют мои шрамы, я чувствую, сейчас будет ливень. Туапсе, здрасте. Юрий, как доехали? Прекрасно. Но, вы знаете, разбудили меня ночью сегодня пограничники российские. Я опешил. В кои веки я еду из Минска в Москву, и меня наши пограничники встретили. Ну, в смысле, зашли ночью. Вот. Так что так вот. Жив, ушел на работу. Слава тебе, Господи, а то я уже переживать стал. Думаю, может, думаю, это сейчас начнете втирать мне здесь про, что умер, реинкарнация, что как бы и так далее, и так далее. Все, слава Богу, живите долго, счастья вы, любите друг друга. Дайте нам дождя. Держите. Эфир подвисает, но я не могу ничего сделать. Я ничего не могу сделать. Это, видимо, дождь собирается, поэтому, может быть, знаете, как это, перед дождем, говорят, интернет немножко, ну, начинает падать по производительности. Здрасте. Ну, я одним глазом как бы в телефон, одним на дорогу, поэтому не всегда, может быть, точно могу что-то прочитать. Да. Вяземский привет. Здорово. У нас на Рильске тоже жара стоит. Ну, погрейте все-таки Норильск. Норильск все-таки. Я думаю, что лучше погреться. Как вам футбол? А я же не смотрю, я же не люблю футбол. Я не футболист. Я всю жизнь как бы в хоккей уважаю. Да, меня так папа учил, что настоящие мужики в хоккей играют. Поэтому так, я наш футбол вообще никак. Ну, то есть я давно и всем об этом говорю. Россия не футбольная страна. Мы можем играть там на своем каком-то внутреннем каком-то уровне, чемпионате. Играть там, как говорится, в свое удовольствие. И не надо нам никуда лезть на чемпионаты мира, на чемпионаты Европы. Вот чемпионат России, это, как говорится, вот пускай там, знаете, наши домашние радости. Не надо нам никаких там этих. Мы только лезем, понимаете, позоримся. И даем повод, как говорится, постебаться, повытирать об нас ноги нашим врагам. Зачем? Ну, если мы плохо играем... Понимаете, когда вы что-то делаете плохо, нужно что сделать? Я считаю, уйти, как говорится, в монастырь, стать мастером Шаолинь, потом вернуться и вздрючить всех. Понимаете? Но это поколение, это 10 лет. Это нужно отбирать по крупицам вот этих вот там... Человек 20-25 команды, растить их, я не знаю, в особых условиях, чтобы они были генетически предрасположены. И только после этого ездить на какие-то там чемпионаты по футболу. Не надо. Мы страна северная, мы должны играть хорошо в хоккей. И мы играем хорошо в хоккей. Мы входим в тройку или там, не знаю, допустим, там в пятерку сильнейших команд мира по хоккею.
Вот на этом нам нужно делать акцент. Вот на этом нам нужно сделать, чтобы мы входили в тройку, а лучше были, скажем, там через раз с канадцами, допустим, да? Ну, потому что эти черти играют лучше всех, я считаю, на сегодняшний день. С канадцами, чтобы мы, как говорится, 50-50 делили места. Не надо нам футбол. Ну, Украина разорится на бесплатном пиве за каждый забитый гол, за каждую поездку бесплатную на такси и так далее. Зачем? Страна нищая, бедная, люди... Там, что называется, уезжают на заработки, а мы еще им подкидываем, как говорится... Нет, я понимаю, что это положительные эмоции. Когда ты, как говорится, по уши в говне, иногда нужно каких-то положительных эмоций. Поэтому вот я считаю, что это очень хорошо, что сборная Украины вышла в 1/4, что сборная России проиграла. У людей поднялось настроение, они как-то немножко забыли о той ситуации, которая их окружает, о войне, о уничтоженной экономике, о высокой смертности, понимаете, о беспощадной иммиграции, понимаете, и так далее. Поэтому я только за. Может быть, после этих положительных эмоций они как-то станут добрее и не будут избивать, например, русских болельщиков, которые пришли откровенно, честно, считая их братским народом, болеть за их сборную, понимаете? А в результате человек выхватил по щам. Поэтому я только за. Но футбола у нас нет. Футбол нам не нужен. Вот мое личное мнение. Здрасте, Ставрополь. Нет, ну хоккей еще, скажем так, хоккей молодцы. Если уж сравнивать, как я говорю, со сборной Украины по хоккею, то мы где-то примерно как созвездие гончих псов на такое примерно расстояние. Вот. Так что так. Нет, просто в хоккей надо уметь дожимать. Я считаю, что нужно, не надо приглашать легионеров. Уехали, все, забудьте о сборной тогда навсегда. Вот, как говорится, зарабатывайте деньги, похеру. За честь страны будут драться те, кто здесь живет, кто здесь играет и так далее. И на этих парней нам надо делать ставку. А не на вот этих звезд НХЛ, которые все граждане США, которым как бы похеру, да, они там привыкли, они забивают, потому что они знают, что они за каждый забитый гол получат к своей зарплате безумной, еще бонус охрененный, понимаете? А здесь, играя за сборную России, они там получают какие-то деньги, но это деньги небольшие по сравнению с тем, которые они зарабатывают там в НХЛ, например, играя. Поэтому я считаю, что легионеров, вот, они как наемники, понимаете? Я никогда не любил наемников, вот, и считаю, что наемниками не надо гордиться. Наемники – это псы войны. Для них все равно, кого убивать. Они служат тому, кто им платит. И там нет национальности, там нет религии. Это убийцы, которые служат просто-напросто, да, тому, кто платит деньги. Вот. Точно так же и легионеры в хоккее. Они наемники, им плевать на честь страны. Вот в чем дело. Должны играть наши ребята вот здесь, которые с, вот знаете, с коробок вот этих хоккейных вот начинали, да. Вот на что нужно внимание играть, чтобы они приезжали плоть от плоти, кровь от крови, понимаете, наши вот ребята там вот из России и рубились насмерть рубились, понимаете, чтобы это был, если они выходят, допустим, там на какие-то там за золото, чтобы они как бы понимали, что или умрем, или станем известными на весь мир. А потом, сами пускай решают. Хотят уйти в легионеры деньги зарабатывать, пускай уходят. Никто, как говорится, не будет ни неволить. Но я такой придерживаюсь, как бы, ну, точки зрения. Да. Так что так вот. Привет, передаю вашей семье. Спасибо вам тоже большое. Хоккей тоже просрали. Ну, по сравнению с футболом, уж поверьте мне, да. Вас смотрят намного больше, вы этого заслуживаете. Спасибо. Ой, да, кстати, смотрят много людей, да. Вы делали вакцину от коронавируса? Я вакцину испытывал на себе, уже миллион раз уже сказал, ну уже хватит уже об этом. Вот. Решайте сами. Как сказал там этот, кто там, Бероев, ваше тело, ваше дело. Все, отстаньте от меня. Я испытывал вакцину на себе, мне этого достаточно. Привет,
мое хобби, моя профессия. Я счастливый человек. У меня любимая жена, у меня любимая работа, у меня любимый сын. Вот. И хобби, и профессия – это то, что мне, ну, в смысле, одно и то же. Приносит мне удовольствие и деньги. Здравствуй, Чечня. Привет, привет. Да, привет. Привет. Ну, наемные... Нет, вы понимаете, в чем дело? Те спортсмены, которые, например, уходят... Я бы вообще, вы понимаете, вот вся ситуация с допингом, вся ситуация с флагом, как бы, да, и так далее, и гимном. Я считаю, что здесь государство должно проявить политическую волю, послать всех нахер и спортсменам сказать: сидите здесь, получите, мы вам просто заплатим деньги. Устроить соревнования параллельно с чемпионатом, допустим, Европы по легкой атлетике, я не знаю, по гимнастике и так далее. Просто параллельно. Вот они побежали, и наши побежали. Вот, пригласить судей, судей, товарищи за деньги работающие, они приедут, будут честно судить. Просто вот, чтобы было понятно, что вот пробежали наши спортсмены, а тут спортсмены, допустим, там всего мира. И, например, если там американский спортсмен, который не на допинге, который чист, как у него кровь, как моча младенца, понимаете? Вот, и вот он пробежал, понимаете, результат показал. А параллельно с этим, на этой же дистанции, пробежал наш спортсмен. Вот. Который, конечно, весь на допинге, обколотый там, мельдонием там, как говорится, там, и так далее. И просто-напросто, чтобы они понимали, что где-то там, допустим, есть спортсмен в России, который, несмотря ни на что, получил результат лучше, чем они, понимаете? Вот и все. Да, это имидж, это деньги. Но это, понимаете, честь страны, честь государства. И там будет звучать, независимо, какое ты место занял, будет звучать гимн России и подниматься флаг России. Я считаю, что вот это было бы правильно, понимаете? Вот это было бы правильно со стороны как бы нашего руководства. Мельдони не допинг. Да, конечно. Вы расскажите это ВАДА. Здрасте. Привет. Кто-то не понимает. Ну, не всем дано, возможно. А может, просто это, как говорится, не ваше. Вчера таможенники хотели просто на вас посмотреть вживую. Это были не таможенники, это были пограничники, потому что они проверили только документы. Заветная мечта? Мир во всем мире? Я всегда говорю об этом. И у меня заветная мечта еще со школы советской моей. Я когда еще пионером был, я понял одно, что если будет мир во всем мире, или хотя бы вот у нас в стране, я знаю, что мы очень многого добьемся. Понимаете? Мне, вот я вам честно скажу, поверьте мне, вот нам не хватает еще лет 10 спокойно, вот даже хотя бы такого мира, какой у нас сейчас есть. Ну, с нашими задушевными товарищами, от слова задушить, зарубежными. Посмотрите, сколько мы успели сделать за 20 лет. Вот я понимаю, что, возможно, там много женщин, память короткая женская. Я знаю, я мужчина, давно живу, знаю. Но тем не менее, если вы вспомните конец там Советского Союза, начало 90-х, все 90-х, вы помните, в какой мы были вообще ситуации? И посмотрите, как за 20 лет изменилось. Это при том, что у нас было две чеченские компании. При том, что мы там, грубо говоря, очень долго решали проблему внутреннего терроризма нашего, да, и так далее. Но тем не менее, заметьте, за 20 лет какие произошли сдвиги у нас в целом. Вот. Я сейчас, кстати, тут с одним товарищем хочу договориться. Возможно, буду выкладывать у себя в ленте очень интересную информацию по экономическим достижениям. Мы же не знаем, нам по новостям не рассказывают, сколько всего, где чего открывается, где запускается, где проходит модернизация производства, сколько рабочих мест появляется и так далее, и так далее. Я сейчас хочу с товарищем одним договориться, он мне будет сбрасывать короткие, буквально 5-6-минутные такие, знаете, как это раньше называлось, ну, как маленькая политинформация, только в экономическом смысле. Вот, и я буду выкладывать у себя тоже ненадолго, на день-два максимум, для того, чтобы самые активные, как бы, мои подписчики просто знакомились с этим. Вот, интереснейшая информация, вся статистика, там очень круто все. Вот. И я понимаю, что нам еще нужно лет 10 хотя бы вот в таком режиме просуществовать. Но я боюсь, не дадут. Причем не важно, что это будет там, Путин ли это будет, или Мишустин, или кто-то из его команды. Вот. Очень мне нравится Белоусов, у нас там есть премьер в правительстве.
Белоусов, очень дядька крутой. Вот они с Мишустиным, два вообще реально очень крутых чувака. Прямо реально, мне прям очень нравится. И я понимаю, что Мишустин может стать президентом, а Белоусов вполне потянет роль премьера. Он такой технократ, он такой, знаете, как сказать, такой державник, он такой жесткий мужик. Прямо вот то, чего нам не хватает. Вот. А вот Мишустин может быть президентом. Ну, посмотрим. Скоро выборы. Посмотрим, насколько у меня, как бы, моя чуйка работает, да? Потому что, ну, себя не похвалишь. Никто, конечно, не похвалит. Но во многих вещах я оказываюсь прав. Ольге Павловец, слушайте, напишите ей просто. Она есть в этом. Она есть под ее, под нашим этим, под нашим эфиром прямым. Есть ее, как бы, сайт, ссылочка. Смотрите там, да, можете прям перейти на нее там и вот, и это, и передать ей привет сами. У нас тоже дождик начинает моросить. Да, сейчас пойдет дождь. Я выложу, я буду выкладывать, потому что я обратил внимание, что об этом никто не говорит. Я один как дурак радуюсь, понимаете, собственно говоря. Пытаюсь людям рассказать, на меня смотрят, понять не могут, с чего, какая причина, так сказать. Ну, сейчас буду просто выкладывать, чтобы люди еще видели другие, кроме меня. В НЛО? Я вас умоляю. Ну, я предполагаю, что мы не одни во Вселенной. Но то, что НЛО, как бы там, ну... Уже в Москве. Конечно, вы посмотрите где. Я в своей Машунечке. Вот, Машулечка моя. Не путать с Машей. Маша — это другое. Это вот машинка моя, мой Сантик. Вот. С приездом. Спасибо. Люблю. Люблю такой рок хороший. Да. Мишустин, ну я думаю, что он будет президентом, да. Белоусов, скорее всего, возглавит кабинет министров. Мне так кажется. Это два очень, поверьте мне, это очень крутые чуваки. Просто нереально. Все 20 лет, что у власти Путин, поверьте мне, он с первого дня искал себе преемников. Были ставки, я даже понимал, кто может быть. И так далее, и так далее. Но он выращивал просто этих людей, вел, выращивал и так далее. Путин потратил 20 лет своей жизни. Он очень многим пожертвовал, чтобы просто так на абы кого оставить все, что было сделано. Никогда. Это не тот человек. Привет, Кисловодск. Медведев будет? Давайте так, я этот вопрос не заметил, потому что, ну, как бы даже смеяться не хочу по этому поводу. Со стрессом как я справляюсь? Слушайте, ну, во-первых, я стараюсь себя до стресса не доводить, хотя у меня достаточно стрессовая работа. Тут уж, как говорится, врать не буду. Вот. Я вообще на позитиве стараюсь всегда быть, понимаете, в чем дело? Потому что я прекрасно понимаю, что у каждой ситуации есть две стороны. Ну, мы с вами взрослые люди, мы прекрасно понимаем. Яркий тому пример. Вот для меня было какое-то трагедия, когда у меня удалили желчный пузырь. Ну, такое, знаете, саможаление было. Но благодаря этому, да, у меня там какие-то там болячки там повылезали в результате этого. С пищеварением связано. Но именно это заставило меня очень серьезно пересмотреть свое отношение к еде, к тому, что я ем, как я ем, когда я ем и так далее. В результате небольших мучений, в прямом смысле слова, прям мучений. Я похудел, я помолодел, я не выгляжу на свои, там, без пяти минут, извините, 49 лет. И несмотря на то, что у меня, да, бывают там приступы какие-то там, да, да, мне приходится очень четко и очень жестко следить за своим питанием, да, от многого отказаться. Вы не поверите, от чего я отказался вообще, да? Но я понимаю, что я получаю взамен то, как я выгляжу. И если проявлять, ну, как бы, бдительность, внимание, четко понимать проблему и четко понимать
решение этой проблемы, из этого можно извлечь очень много полезных вещей. И так во всем, понимаете? Поэтому никогда не надо себя... Нет, можете пожалеть, не без этого. Тем более там женщины, вы можете даже поплакать там, хотите на кухне, хотите там сильное мужское плечо у кого есть. Но постарайтесь понять, что это произошло. Что да, наверное, это очень сильно изменит вашу жизнь. Но жизнь-то не заканчивается. Нужно просто-напросто понять, что можно с этим сделать и как ситуацию, которая на сегодняшний момент кажется катастрофической, использовать себе во благо. Вот и все. Поверьте мне, я это на своей шкуре проверил. Сила воли у меня, да, наверное, как у всех, поверьте мне. Слушайте, я тоже лентяй, в принципе, но, опять же таки, это я говорю, что я лентяй, потому что, в принципе, я в процессе своей жизни я стал трудоголиком. Вот, стал трудоголиком. Я с 14 лет ушел от родителей, и я все 14 лет я выживаю. Я все 14 лет пытаюсь работать для того, чтобы себя прокормить, да? Сейчас у меня семья и так далее. Я очень много учился, я очень много работаю. Но я, в принципе, считаю себя в каком-то смысле лентяем, потому что у меня бывают моменты, когда мне просто реально ни хрена не хочется делать. На съемках, а я с собой вожу. У меня свои тормозки, у меня с собой рюкзачок, и у меня там еда своя. Ну, когда я в Москве. Намного все сложнее обстоит, когда я на выезде где-то, ну, в другом городе. Там очень сложно. Но я тоже себе нашел выход. Я спасаюсь, знаете, чем? Детским питанием. Детские пюрешки. Овощные, мясные и так далее. Вот так заходят. Поэтому я себе заказываю, как правило, гарнир. Ну, там, допустим, рис или там картофель отварной. Или, допустим, гречу. Вот, или макароны. Но у меня с собой всегда детское питание. Какое-нибудь хорошее, качественное и так далее. Я когда спортом занимался очень активно, я тоже детское питание употреблял. Ну, там всякие молочные смеси, всякие там эти мясные пюрешки и так далее. И были хорошие результаты, потому что это здоровое питание, это вкусно. Да, это дорого. Да, такому лосю, как мне, надо, например, не одна баночка, а иногда три. И понятно, что это дорого, особенно если это хорошее, качественное питание. Вот, то... Но это выручает на съемках в том числе. Да. Детское питание, супер. Я рекомендую, кто не это, кто, ну, в смысле, у кого проблемы, найдите, подберите, перепробуйте все вкусы, вы подберете себе что-нибудь такое. Нет, но если вы фанаты острого, соленого или кислого, то это не про вас. Спасибо, да. Да. Так что вот как бы такие дела. Поэтому я говорю, что всегда ищите даже в самой, грубо говоря, понимаете, даже в жопе есть большой плюс, понимаете? Несмотря на все, в жопе тепло. Поэтому это я как бы утрирую, но вы понимаете, о чем я. Всегда ищите, в любой ситуации ищите это, потому что иначе можно сгореть, можно с ума сойти, понимаете? Я знаю, что это такое. Я прошел через это, я знаю, что такое очень переживать за родных и близких. Ты просто сгораешь, ты просто изнутри выгораешь. Прямо вот, я вам честно говорю, я откашливать стал золой. Понятно, что это как бы, ну, количество сигарет, которые я тогда выкуривал, вот. Но я понял, что если так произойдет, то я просто сгорю, сломаюсь, и в результате никому легче не станет. Ни моим близким, ни мне. И так далее. Понимаете, это вот когда тебя сбивают с ног, ты падаешь и лежишь. И тебе хреново. И сколько бы ты ни лежал, тебе будет все равно хреново. А вот если ты встанешь через себя, через силу, на зубах, так сказать, знаете, с нашим вот этим вот русским, да ёб твою мать. И вот тогда у тебя появится шанс что-то изменить. Понимаете? Что-то изменить. Если вы будете лежать, легче не станет, поверьте мне. Легче не станет. Становится легче только тому, кто находит в себе силы встать и двигаться дальше.
как бы не было плохо. Я знаю, что такое плохо. Я знаю, бабы, я знаю, как вы плачете в подушку. Я так плакал. Так что так вот. Все. Всем большой, так сказать, привет. Будьте здоровы, берегите себя. Сладенькое нужно. Сладенькое нужно кушать. Себя нужно немножко баловать. Чуть-чуть. Вы должны понять, что сладкая вкусняшечка какая-нибудь в небольшом количестве — это награда для вас за ваше старание. Не надо брать и жрать целый торт, понимаете? А потом, и там, не знаю, два пальца в рот или убивать себя там каким-нибудь спортом или какой-нибудь там голодной диетой. Нет. Лучше каждый день, но по чуть-чуть. Зефиринку в шоколадочке. Вот вы сегодня молодец. Наградите себя. От одного зефирчика с шоколадом ничего не будет. Но если вы будете кушать медленно и наслаждаться каждым кусочком, вот так вам хватит. Поверьте мне, себя надо баловать. Нельзя постоянно находиться в жестком режиме. Потому что психика может как бы, ну, в смысле, сработать так, что вы просто сорветесь. Не надо. Не надо. Все должно быть в меру. Просто все. Алкоголь — хорошо, в меру. Покурить — хорошо, покурите там 3-4 сигаретки в день. Достаточно. Просто получите удовольствие от 4 сигарет, а не от пачки. Понимаете? И с едой то же самое. Это я вам делюсь своим жизненным опытом. Возможно, у вас есть свои приколы, так что как бы пользуйтесь своими приколами. Все, всех обнял, будьте здоровы, пока.